у нас за эти дни, за июль месяц, начало августа, выпало рекордное количество осадков. Земля напитана до такой степени, что уже ни одной капли она не впитывается. Она перекатывается, как весной, когда замороженная. Она также перекатывается, эта вода, из одного края в другой. Значит, по поводу работы канализации, центральной канализации, расположенной на Строительной улице, Заводской, Чапаева. Это канализация предназначена для стока бытовых и хозяйственных отходов от многоквартирных домов и производственных помещений. Это детские садики, там школы и прочее. Для ливневки она не предназначена. Для такого количества осадков она не предназначена. Здесь есть специалисты, которые не дадут соврать. Это первое. Для ливневки она не предназначена, да. Вот. Потому что это и засорение идет, и все прочее. Канализация сейчас, насосная станция работают. Работают. Да, они не справляются. Почему? По одной простой причине. Я могу вам рассказать, если вам это интересно. Значит, на Заводской стоит канализация, которая собирает вот эту всю воду с поселка, да, и бросает ее до колодца гасителя, который находится на колонии поселения номер 7. Там колодец-гаситель, и дальше она идет самотечкой до канализации, которая расположена в промзоне на ЖБИ, на бывшем заводе ЖБИ. Значит, оттуда она качает уже на поля фильтрации. Вот этот участок, он не справляется, самотечка, она не справляется. То есть вот с этой зоны, с нашей жилой, она выбрасывает, а там она уже не справляется, потому что там идет подпор грунтовыми водами. Это причина первая. Второе, значит, на протяжении ряда последних лет мы расслабились. В первую очередь расслабились вы, товарищи. Я вам глаза в глаза скажу. Подождите, но вы задали вопрос, я вас слушал долго. Теперь вы меня долго послушайте. Значит, вы забили все проходы. То, что было. Давайте, реплики давайте потом будете кидать. Вот он, недалеко ходить не надо. Переулок Почтовый. Забили его весь. Потому что его следом забиваете.